Успенский пост приурочен к одному из важнейших христианских праздников – Успению Пресвятой Богородицы. Согласно церковному преданию, в этот день Божья Матерь закончила свою земную жизнь. Успенский пост – самый короткий из многодневных. У православных он длится 2 недели. Пост из года в год проходит в одни и те же даты. Его первый день выпадает на 14 августа. В этом посту есть еще 2 праздника. Одним праздником начинается пост – это 14 августа. Этот праздник еще у нас в России назван Медовым Спасом. В этот день созревает мед, и многие те, кто принимали в этом участие, приходят освящать свои медовые изделия. И также большой праздник в этом посту – это праздник Преображения Господня. Успенский пост строгий, верующие должны полностью воздерживаться от пищи животного происхождения. Можно есть только растительные продукты, овощи, фрукты, различные крупы. В этот пост мы постимся без рыбы. Рыбные продукты можно вкушать только на праздник Преображения, именно 19 августа. И уже на праздник Божьей Матери, Успение Божьей Матери 28 числа, 28 августа, заканчивается Успенский пост, который был и приурочен к этому празднику. Успенский пост, как и любое другое время, не только воздержание от определенной пищи, но и период духовного развития. Верующие должны уделять больше времени посещению богослужений, молитве в храме и дома. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.